Одинцовские единороссы вместе с учениками Жаворонковской школы провели флешмоб в честь Дня народного единства. Мероприятие прошло на стадионе села Жаворонки и началось с гимна России, который участники спели все вместе. Затем организаторы рассказали учащимся об исторических событиях, которые на века прославили стойкость нашего многонационального народа. С огромным удовольствием мы поздравили ребят с праздником и выразили уверенность в том, что сегодняшние ученики – настоящие патриоты нашей страны, отметил руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев.